Всем привет! И мы в игре под названием Greydown. Да, внезапно переход такой после... после The Wolf Among Us. Да. Это вторая будет игра, параллельная A Plague Tale Innocence. Вот, мы ее будем играть. Что я не знаю... Это вроде как психологический какой-то хоррор, вот, да, опять снова хоррор, как-то я не знаю, как так получается, что они выпадают. Я не думал даже, что это хоррор, когда списал список, но оказался так. Ну, ладно, что ж, погнали, вперед. Тут опять нету русского языка в плане речи, придется читать. А еще я кое-что обнаружил, поэтому небольшую паузу. Все, погнали, теперь все хорошо. Я просто увидел то, что у меня квадрат вместо кружочка. И надо это было исправить. Воткнуть жесткий диск. Все, погнали. Новая игра. Стоп, он что, в одно ухо? А, это стерео. Окей. Хэппи Нью Йер. Ла-ла. Что-то не в то время начал играть, да? Хочется лета, а я типа... Повсюду икон. О, стоп. Хотя, в принципе... Нет, быстровато как-то, по-моему. Я, по-моему, делаю два оборота. Или нет, непонятно. В принципе, нормально, нормально все сойдет. Ни хрена себе дверь замурована. А что так? А что должен сделать? Да. Вырубить эту херню, наверное. Задолбало. Трагедия снова вновь сюда. Всего несколько дней назад еще один мальчик был убит в церкви Святой Марии. Это седьмой ребенок из тех, о которых сообщалось, что они пропали без вести только за прошлый год. Все они были бедными душами из приюта Святой Анны, по-видимому, под опекой отца Авраама Маркуса. А это я, отец Маркус? Привет. Они сошли с ума? Они обвиняют меня? Каждую ночь я молился за безопасное возвращение алтарника. Бог мне свидетель. Может быть, здесь у него замешано что-то нечистое? У нас есть срочные новости о священнике-убийце из Черной Башни. Свидетель сообщает, что он действительно убил этих восьми детей. Восьмерых детей. Отец Райан Карпентер здесь сообщение убил его. Отец, мы должны поговорить о том, что вы совершили. Вы вызвали с ангелами, но в конце концов убили из острых ушек. Они были невиновны, отец. Их кровь на ваших руках? Ваша кровь на алтаре. There's even blood on the altar. You're a demented maniac. Сатана приготовил для вас местечко прямо у себя под Богом. Он планирует сделать вас командиром своей армии демонов. Поздравляю. Кролики. У меня есть кролики. Пошел ты нафиг. Now we have breaking news about the killer priest from Black Tower. Eyewitness confirms he really did murder them. У меня глаза заледенели. Что это такое? Carpenter is here with a message for. Как это вырубить? Father, we have to speak about what you did. You used to call them angels, but in the end, what is this? Это что? They were innocent children, father. There's blood on your hands. Что, блять? There's even blood on the altar. You're a demented maniac. Satan has prepared a place by his side just for you. А, я просто зашел в шкаф и развернулся. Молодец. Что вообще происходит? Ну да, я сфоткаю, что ли, кроликов. Почему бы и нет? Так. Eyewitness confirms he really did murder those eight children. Father Ryan Carpenter is here with a message for him. Father, we have to speak about what you did. И что мне сделать надо? Call them angels, but in the end you killed them with a straight razor. Ключ найти. Children, father. Что меня так трясет? Blood on your hands. There's even blood on the altar. Это вырубить нельзя, да? Где-то ключ должен быть. А вот ключ. Охуенно. Я так не прочитаю. Паркинсон, что ли? Что это такое? Трава в шкафчике. Прекрасно. Видимо, я что-то выращиваю. Что-то противозаконное, раз в шкафчике. Почему у меня трава в шкафчике? Что, землю сюда вложил? Зачем? Охуенно. Я уже в тупике. Father,
We have to speak about what you did. Бать, ты прыгаешь. You used to call them angels. Где ключик? Мне нужен ключ срочно. Я в тупике, просто изначально. Охерительно. It's locked. Она заперта. Замечательно. Можно это заткнуть, пожалуйста? Мне это действует на нервы уже. Это лупа. Это не то, положи на место. О, отдай ключ. Любимая игрушка Дэвида. Она даже похожа на него. Ну охереть, я думал, это ключ. Погоди, может ключ на то? It's locked. They were innocent. Что это? Барсук? О. Blood on your hands. There's even blood on the altar. You're a Святой Отец, помоги мне в эти темные времена, ведь ты знаешь, что я твой покорный слуга. Я слышу, что демоны пытались сломить мою голову. Мой разум омрачен сомнениями. Направь меня к свету эти темные часы. Где бы ни был ребенок, я знаю, что ты с ним. Я не утрачу своей веры. Я знаю, что подашь мне знак. Вот и знак, письмо. Прям почти из Хогвартса. Прости меня, святой отец. Сегодня вечером я покину этот мир. Я больше не могу выносить страданий. Всегда думал, что смогу найти утешение среди смертных. Но я был глупцом. Мы встретимся во время конца света. Я жду тебя и прошу, не отчаивайся. Че? Может это значить, что ты жив? Все три сразу замка? А, ну окей. А могу так сфоткать? Типа ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тут было прикольно. Песенка. Музыкальная пауза была. Которая совсем не... Я и дети с приюта Святой Анны. А их семь тут. Не восемь. Их семь, а не восемь. Ай. Двери полностью все заехал. Для подражения нажмите любую клавишу. Офигенная загрузка. К херам она, зачем вообще? Это место. Еще одна из проделок дьявола. Это место не из твоего мира. Оно находится в пределах досягаемости небес. Частичка рая. Сам Бог дал это место. Только храбрый, добрый и любящий человек может остаться здесь. Да не один из них. Пока что. Со временем ты изменишься, скоро твои глаза узреют истину. Ты сломаешь печать тайны. Какая громкая музыка, погоди. Мне кажется, я ору из-за этого. Сейчас я тебе укажу путь. Погоди. Вот так вот. Вот, это путь музыки показал. Так, назад. Назад. Нет, возобновить. Чё-то, по-моему, ничего не изменилось. Почему? Так, это оставим здесь. Да, музыку на 30 поставим. Попробуем. Ну, вроде нормально. Дай кадр, что сделал. Хотя как-то, знаете, замылено вдали очень сильно. А есть фоторежим? Нету. Ну, еще бы здесь был фоторежим. Ну, кадр сделаем. Страхом Бога бейся и люби. Борись и люби. Ничья. Как вы понимаете, я отлично знаю английский. Но я стараюсь. Что это такое? Ладно, пошли дальше. По тропе. Это же бродилка, как я понимаю, да? Что-то не так. Ну-ка, погоди. Я... Вот я на дерево не могу навестись резко. Я перематываю. Все-таки чувствительность слишком большая. Да. Игра. Не понял. О! Чувствительность мыши. Давай где-то на 40 попробую поставить. Вот так вот. Назад. А что значит сменить сезон? Он не работает. Ладно, видимо, пока рано. Вот сейчас попробую на дерево направить сразу. Все равно перематывает вот. Что-то не пойму. Ну, уже ближе, кстати. Давай еще чуть-чуть убавлю.
Да не туда, блин, почему я видео-то нажимаю? Это не видео. Вот так вот. 3-4, думаю, нормально будет. Во, я прям на дерево направляю. На правое. Вот. Да, нормально. Во, это моя чувствительность. Вот она сейчас, похоже, вижу, куда сразу направлять мышку. Сейчас 180 сделаю. Во, отлично, я же говорю. Это моя чувствительность. Прям идеально подобрал. Я молодец. Как же он слепит это солнце? Что это за место? А, это что-то к небесам, что-то там, да. Путь. Икона. Я буду просто познавать сюжеты и не буду ничего... У меня есть подарок для тебя. Изображение Христа? Весьма любопытный подарок. Ты сможешь найти больше? Они все разбросаны по моему миру. Принеси 8 из них великому жрецу, и он откроет тебе величайшую тайну жизни и смерти. Помни, что в каждом месте, которое ты посетишь, в моем мире где-то спрятана икона. Приложи все усилия. Я еще говорю, я буду шутить на другие темы еще, на всякий случай. Мало ли что. Ну, типа, есть какие-то опасения. Was that place even real? Было ли то место реальным? Кажется, я схожу с ума. Мы пригласили нашего любимого цара Райана Карпентангера, чтобы поговорить о последних событиях. Отец, вечер добрый, с Рождеством! Вечер добрый, и спасибо вам за приглашение. Да благословит вас я, Господь. Касательно этих событий, думаю, что мы платим за грехи, которые никогда не совершали. Так вы говорите, что нас наказывает защита чужих грехов? Вы имеете в виду отца Авраама? Послушай, мой сын, я всегда ношу Библию с собой. Помнишь девятую заповедь? Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Но как в таком случае можно было молчать о нем? Так, отец Авраам в этом замешан? Очевидно, мы имеем дело с монстром. Бойтесь зверя, ибо он был освобожден и гуляет по нашим улицам. Это знак того, что миру приходит конец. Возвращение Господа нашего Христа впереди. Бойтесь, как никогда. Здесь зверь может в этот момент находиться в вашем доме, а вы даже не узнаете об этом. Несомненно, очень мрачное предупреждение, отец. Я просто человек не очень религиозный и не верю всему, что написано в Библии. Я тоже еще. Вы подразумеваете, что отец Авраам зверь? Священник? Безусловно. Но как такое может быть? Послушайте, во-первых, вы пригласили меня сюда на свое шоу среди ночи, когда я мог быть в церкви и молясь за чью-то несчастную душу. Во-вторых, вы не читали Библию, поэтому не смейте говорить о вещах, которые не знаете. Эти вопросы довольно трудно понять, особенно с таким заурядным умом, как у тебя. Это опасная вещь. И, наконец, позвольте задать вопрос. Кем вы себя возомнили? Я Иуда Грифон. Точка. Вы напоминаете мне, как Иуда Искариот передал Иисуса за горсть монет. Это именно это, что вы намерены сделать со мной. Все, что важно вашему так называемому ночному шоу, деньги и рейтинг. Вспомните, как умер Иуда. Он повесился на дереве при помощи удавки. Прошу прощения, что разозлил вас, отец. У нас остались пару секунд. У вас есть что сказать нашей аудитории для душевного спокойствия? Прекратите поиск пропавших детей, если вы еще не готовы. Сатана, скорее всего, сбросил их в канаву с презренными глотками. Знаю, звучит ужасно, но это правда. Сатана реален. А, он еще болтает. Он совсем не тень или абстракция. Я не пытаюсь запутать вас или манипулировать вами, как говорят сейчас. Я видел Сатану, говорил с ним. Я был там, когда он был посвящен до королевства. Сатана, отец Авраам Маркус. Ладно. В этих глазах есть что-то странное. Не нравится мне это? Смотрю прямо в эту дверь. Давай я тебя вот так вот сделаю. Вот так вот. Спасибо. Так. Погоди, дай-ка я скажу. Что за лягушки? Какого хрена у меня дома лягушки? Это что, блин, с потолка лягушки падают? Ладно. Это бывает, наверное, не знаю. Это, видимо, какая-то отсылка. Бог мертв, создатель всего существа больше нет. Как отсюда отойти?
Дверь закрыта. Надо ключ найти, наверное. О, что за красная херня? Что, где? Где телефон-то? Ладно. Сейчас возьму, подожди. Найти тебе надо еще. А, нашел, все окей. Да, алло. Алло, я тут. Отец наш, иже еси на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш несущий дождь на днесь, и оставил наш долги наши, яко же и мы оставляем должником. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Хуительная информация. Что я должен делать с этого? Что за ебать? Почему я вообще в эту дверь решил зайти? А если бы ту открыл? Уйди нафиг, лягушка гребаная. Это закрыто. Хрена себе. Вот это резко было. Я даже не... Что это? А здесь мне нравится. Скрипка скаляпели. Или как там ее? Фу, блин. Все, передернул. Это что сейчас от руки? Кто принес сюда эти манекены из подвала? Нахрена они тебе вообще в подвале? Вопрос, можно? Прикольно, да, я сфоткаю тоже. Что, тут много прикольных картиночек, кстати. Да? Что это такое вообще? Какая-то экспозиция странная. Что это? Ой. Это мы не видели. Вроде кадр нормальный, получился, пошли отсюда. О, чё? А нахер открывать это, если там пусто вечно? Типа вдруг пусто не будет? Ё-моё, я тебя напугался сейчас. Ух, блин, как дёрнуло-то меня, а. До сих пор отойти не могу. Мне что, в воду заходить? А если там что-то есть? Не хочу. Римский ритуал. Я использовал его на Дэвиде, чтобы изгнать демона, который мучил нас долгое время. О! Крест и книга есть. Окей. Сейчас будем демона избавлять кого-то. Да, вон кровать, пока если туда надо идти. Я не собираюсь идти туда. Там что-то есть или кто-то. В смысле, не собираешься туда идти? Куда идти-то? Закрыто. Вторая комната и второй тупик. Это так должно быть задумано? Там Дэвид, да? У, какой... Я хочу крови и плоти Христа. Че? Кровь и плоть Христова. Но это означает красное вино и священный хлеб. Это какая-то загадка, связанная с Библией? Великолепно, если это так. О! Ю, будешь искать меня здесь. Окей, ты найдешь меня здесь. Это где? Что это такое? А, телефон правая, типа, я понял. Сгорело. Теперь право. Это было здесь? По-моему, здесь не было. Да, осьминога здесь точно не было. В смысле, это закрыто? А где мне ключ взять-то? Откройте дверь. У меня есть крест. Может, ключ здесь взять? Опять трава в шкафчике. Что за херня? Ну, мне он туда как попасть надо. А где ключ взять-то? Может, здесь? Что это? Sacramental bread. Священный хлеб. А, мне вино надо найти еще. И где мне вино найти? Так, я нашел хлеб. Теперь надо... Где вино найти? Все, это загадка была, я так понял. Все. Holy water. А, святая вода.
There is a story about a priest and his wife. His name was Father Abraham. Her name was Lady Alexandra. It is said that she was a faithful creature, visiting the church often at night to confess her sins. Of course, Father Abraham would ask God for forgiveness. Later in the night, he would speak again about sin. This time, it would be on how to commit it. She would touch him. Her carnal lust knew no shame. She would plead with him to touch her sinful flesh and to feel the sweetness of her lips. What the hell? One... Так, куда мне надо... Тихо! Что происходит? О, полегчало. О, манекены исчезли. Ага. То есть, если я включаю какую-то церковную музыку... Так. Ну тихо, не пугай меня. Мне никогда не было стыдно за мои отношения с Александрой. У нее всегда была особенная страсть к церкви и ко мне. Особенно ко мне. О, вино, да? Запах вина. И что мне с этим сделать теперь? Тут зима, окей. Один не работает до сих пор. Смена времен года не работает до сих пор. Так, он там что-то... Хлеб нужен ему и вино. Вот этой штуки, да? Так, на вина и хлеба. Да, все нормально. Все нашел. Давай, смывай всю воду отсюда. Я туда зайду. Но я совершенно не это имел в виду, когда... А, ну теперь лестница есть, окей. Что стучится? Туда я не пойду, нахер мне сдалось. Там что-то опять меня напугает, как в прошлый раз. Это было очень резко. А что это? Еда стала летать, стул шевелится. Два стула шевелится. Все стулья стали шевелиться, они заразились. О, футбол. Такой попасть бы. Чтоб гол забил. Вот от ворота давай. Так, чё пнуть? Чашка вот эта. Промах. Блин. Ладно. Вот эта вот чашка, вот эта. Смотри, головой. Гол. Ха-ха. Отличное попадание. Ладно. Короче, я не буду читать. Так, эта дверь открывается? Закрыта. Все двери закрыты. Какая прелесть. Видимо, стулья слишком тяжелые, чтобы летать, а вот всякая посуда нормально. О, открывается. Это что, рыба? Чеснок. Чеснок и рыба. Так, это мне не нравится. Что это такое значит вообще? Нафиг все пришел? Столько вопросов! И ни одного ответа пока. Но сюда зачем-то пришел, значит, что надо сделать тут? Что? Что можно сделать? Так, двери не будут трогать, а то еще мало ли. Тут ничего не трогается вообще, ничего вообще. Это что, лед? Что это? Почему здесь лед? Да. А он бегает? А он бегает, все нормально. Теперь у меня есть быстрый спринт. Закрыто. Ой. Так, что здесь? Загадка какая-то. Не работает. Что это? О, это можно куда-то воткнуть, наверное. Голова.
Пошли прикрутим ее куда-нибудь. А, вот сюда. Зашибись. Все, накрыл стол. Всегда бы так. Что это дало? Блин, прикол. Что это дало? Тут тортик появился. Толком-то это ничего не дало. Может туда зайти, может там рыба исчезла. Фонограф цилиндр. Цилиндр фонографа? О, это вон туда надо воткнуть. Все, отлично. А что он такой большой? По-моему, в Канариуме он был гораздо меньше, этот цилиндр. А, он маленький все-таки. Это, видимо, упаковка какая-то была для него. I still love you. Я вообще еще люблю тебя. Ты помнишь, как мы встретились? 6 лет назад на выставке картин с изображением святого Франциска. I was in mourning at the time. В то время я была в трауре. You noticed me. Ты заметил меня. You approached me. Ты подошел ко мне, видишь, что я была расстроена и одета в черное. You, a stranger, approached me. Ты незнакомец подошел ко мне в художественной галерее и утешил меня. Что это за говно? Кто еще сделал бы так? I started crying. Я расплакалась. You wiped my tears away. Ты вытер мои слезы белым носовым платком. I felt something I я почувствовал то, что не могу описать. I was in love for the first я впервые влюбилась. You told me that you lived your life in ты сказал мне, что твоя жизнь была просто пустую, пока ты не открыл Бога. Wounded as I was, но я бы никогда не подумал, что ты поставишь любовь к Богу выше меня. I still love you. Я все еще люблю тебя, но это было больше не имеет значения. Окей. Вообще бесполезная информация. Ну, типа, она его кинула, походу. Слышь, пацан, не кидайся, пожалуйста, не пугай меня. Ну, я готов, короче, еще. Ага, стоять! Стой. Я тебя догоню, блин. Иди сюда. Ага. Блин. Загрузка первый раз меня напугала. Меня пугали многие вещи как-то. Дети. В игре, в смысле. Потом буквы Ctrl. Теперь меня загрузка напугала. Прикольно. Дэвид, если ты не покажешь себя, то вся деревня увидит меня на виселице. Взрослые никогда ничего не понимают сами. А детям всего очень утомительно быть теми, кто вечно объясняет им какие-то вещи. Послушай, я хочу подарить моей маме цветочек, но этот цветочек мертв. Ты можешь вернуть его к жизни? Каким образом? Блин, конечно, пейзажи крутые, очень. Сделаны очень шикарно. Фу, нифига себе. Я даже, блин, иногда задумываюсь, что говорить, что нет. Кто-то поет. Или ты просто саундтрек такой. Смотрите, птички в цикле. Они по кругу послетают. Ох, этот проклятый пар. Типа нельзя пройти, да? Да, нельзя пройти. Давай его починим. Нельзя починить. Эх, а так хотелось. А что там вообще? Дерево какое-то? А, там икона. Ее надо подобрать. Мы же собираем их. Возможно, это выведет. Ах, да, я вспомнил, что я знаю. Здесь несколько концовок. Две, по-моему. Или сколько, я не знаю, ну, короче, их несколько. И, возможно, если все собирать, то будет хорошее. Типа в таких играх очень любят так делать. Собрал все, получил хорошую концовку. Хотя нет. Лей Сорфир так не делал. Там надо что-то обязательно собирать, а что-то не собирать. Не. Ага. Those icons look exactly эти иконы like похожи на те, которые плавают возле берега.
Ты чё? Что это мне даёт? Long is the way and hard. Долгий путь и труден, который ведёт из ада к свету. Have I really потерял свою душу? It appears to be an Eastern European язык. Go towards the heavens and lay beside the Creator. It is from the Lamentations of Christ. Это из оплакивания Христа. Блин, тут полно всякой это. Чё, это подсказки всё? Какие, блин, крестики-нолики вообще. Вечная мудрость. Это вообще не читается. Это означает любовь к Богу. Это не читается. Конечно же, мы слеп. Хоть и незрячие, но не видим. Чё? Хоть и слушаем, но не слышим. Это всё здесь написано или это в трёх? В свете твоём мы прозреваем. Анастасис. In Greek. В переводе с греческого это означает воскрешение. К чему это? О, дверь! Погоди, тут пар. Кто-то здесь чего-то не хватает. Незнакомец сломал поток святых слез. Он был невежественным. Бежал от истины, но впал в темный сон. Он забрал сломанный элемент с собой. Он похоронен где-то неподалеку. Чего, блин? The Glowing Moon, Аунтон... А, здесь не хватает... Понял. Так, найти могилу незнакомца какого-то. Бля. И где он, блин? Тут вода, туда пройти нельзя, по-моему. Или можно? Нет, тут тупик. Или ну, то дерево. О! Олень? Там какой-то вообще гейзер или что-то, он красный, что-то такое. Как-то попасть можно, наверное. Вот тут, наверное, дорога есть. Должна. А-а-а! Так сразу не скажешь, что так идти надо. Фига. Привет. Да стой! Стоять! Ну и беги отсюда. Это похоже на могилу того невежественного человека, о котором мне рассказал Дэвид. И как его... Что это? Как это крутить вообще? Офигенно. Расхищаем могилу, короче. Где отсюда камень? Где отсюда? Интересно, как далеко я могу кинуть вообще? Ой, не туда улетел вообще. Погоди. Стойте. Да, вообще недалеко. Да, они останавливаются. Они далеко не летят. Ага. Отлично. Все, пошли отсюда. Пошли обратно. К тем рычажкам, которые... Дэвид? Is that you? Дэвид, это ты? No, he's нет, Alexander. Это Александр. Who is Alexander? Что за Александр? Он мой брат. Не хочу говорить о нем прямо сейчас. Некоторые воспоминания причиняют боль. Стой здесь. Погоди. Блин, это херня, когда ты поворачиваешься, там кто-то стоит. Так. Розы. Чашка горячего чая, поющие птицы, что-то светящаяся какая-то звезда, что ли? Glowing, светящаяся луна, весенний, я не помню, что такое липс, уходящий в этот лес, белая орхидея, зимняя ночь. Это как-то типа... Птицы запели, по-моему, да?
Я очень хочу играть в подобные игры с тобой. Ты немного скучен, как все взрослые, но привыкнешь к этому со временем. Но я не понимаю. Я тоже. Что это было сейчас? Как я здесь оказался вообще? Что я сделал? В смысле? Чашка горячего чая. Зимняя ночь. А, на картинку. Блин, как я случайно умудрился набить то, что надо. Что? Как это? Я просто наугад ткнул. О, ты мне открыл путь, спасибо. О, нормально. Вторую нашел. Архангел Рафаэль. Там столько вариантов, и я выбрал правильный рандомно просто. Блин. Я думал, надо что-то сделать. Смотрю, птички какие-то чирикают. Я думал, типа, я включил. Потом мне стало интересно, как звучит горячая кружка. А думал, справа погода выбирается. И хотел зиму. Ой, блин. Поверить не могу, что это так сделал. А, все, типа загрузка. Крест под замком. Погоди. Что-то слишком много действующих лиц. Это безумие. Я даже не вижу своего отражения в зеркале. Такое вообще возможно? Кто знает, только дети, которых я убил. Не страшно. Вообще не страшно было. Та дверь меня напугала гораздо сильнее. Потому что вообще ничего не было, а потом хопа, блин. Хопа, блин. Это что, железная дорога? О, на туре железная дорога. We both know that I am. Мы оба знаем, что я не виноват. Эх, мы оба это кто? Я, например, не знаю. I can't believe someone destroyed. Не могу поверить, что кто-то испортил такую чудесную книгу, чтобы спрятать ключ внутри. Окей. Это сюда явно. И? Оба. Здрасте. Ну-ка, давай. О, боже, неужели мне действительно нужно пережить эти события? Так мне нужно подготовиться? Мне нужно взять мои четки и кресу, римский ритуал и святую воду. А у меня все это есть! О, боже, в смысле, у меня все есть? Как это брать? В смысле, у меня вон святая вода, книга и крест. Все окей же. Как это взять? У меня инвентарь есть? Погоди. Спринт. Взаимодействовать. Прекратить чего? А, ну да. Спринт. Клавиатура и мышь. Контроль. No comments. У меня все это есть. Что за бред? У меня же это есть. О, Боже. Алло. Как? Римский ритуал, может, у меня нет какого-то? А, нет, у меня есть. Четки и святая вода. Все это у меня есть. О, зеркало.
У, я сейчас буду этого играть. Сейчас приду, погоди. Блять. А, вот это типа моя ряса. Что? А, я нечаянно это. А что все в крови-то таком? Это такое изыдища будет? Он моргал? О, все работает. Кто-то дышал в ухо мне левое. Я не хочу поворачиваться. А, все окей. Все? Из Иди вышло? Какой я молодец. Оба закрыли. Чемоданом меня закрыли. И что теперь? Я все потратил, все свои предметы. Я не умею это читать. Я не знаю этого языка. О, в печи что-то есть. А, ну конечно, давай туда залезем. Почему бы и нет? И как я должен достать? Кочергой какой-нибудь? А, нет, не берется. Там крест лежит. О! А, так она... С этой стороны, да, нельзя. Ну ладно, давай закрой это. И как мне достать этот... Чё-то поезд остановился вдруг внезапно. Это не открыл. Открой дверь! Дай сюда! Откройся! Бля, какого хрена? И что делать? Книга действующая, картина действующая, дверь действующая, которая не открывается ни хрена. Печка, которую я ничего не могу сделать. А. А как это работает? Как это работает-то, алё? Что за... Они не вращаются... Что? Ты огонь сжигающий недостойный. Не сожги же меня, создатель мой. Проделывай все члены твоего тела моего, все суставы, внутри сердца, и сожги в тени всех моих согрешений. Как это можно говорить на одном дыхании вообще? Сожги тени всех моих грехов. Очисти мою душу, освети мой разум, укрепи мои колени, кости, просвети простоту моих пятых чувств. Как это работает? Стоп, это что делает? Это правую. А что надо сделать? Указать на К? А это какой меняет? Это все меняет. А это какой? К. А это что делает? К. О, сейчас сделаю. А? Нет? А что-то надо показать. Три шестерки? Дьявола типа? Ну давай. Ага. Вот это что ли было? Ага.
А еще раз. Натуры дьявола. Ты что, дурак, что ли? Там огонь! Это была невыносима боль. Ой, блин. Какая-то жесть. Тут... Не выпрыгивай, пожалуйста. Что? Ты безумный маньяк, нельзя стоит держать такой великий артефакт. Разве ты не знаешь, что раненые руки не способны держать подобный яд? Не оставь, Господь, светить твоей мысли, видим свет. Impressive. Впечатляющий музыкальный шкатулка в форме сердца. Это поистине великий артефакт. Должно быть, я забыл ее, когда покидал дом. Будь осторожен, ты несешь ответственность за то, что нашел. Почему мне так знакомо это место? Что-то подсказывает мне, что это красивый невинный сон. Боюсь, что я один из тех, кто бездушен, в отличие от тех несчастных душ, похороненных здесь. Ага. Теперь двери открыты. А, ну способ, короче, это четырехмерное измерение. Окей, это я понял. Только не все пространство меняется, только часть его, то есть по времени. А не в пространстве четвертое измерение. Окей, понял. Типа, если еще раз нажму, сейчас он будет опять лето, да? Красивенько будет. О, как... И таким образом через дверь тут прошел. Четыре измерения, да. Ни хрена ничего не видно. Все это в тумане каком-то. Оба, олень. Стоять. А, это не олень. Это лама, да? Ты что такое? Живность, погоди. Ну что я делаю? По кладбищу с какой-то олененком гоняюсь. Ни хрена, я так не могу ходить. Оп-о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 п. Ладно, ну тебя нафиг. Бесполезное существо какое-то. Какой-то храм. Тут закрыто. А теперь зиму включаем. Что это за артефакт? Это, скорее всего, по-любому какая-то отсылка тоже. О, хруст такой. А ног нет у меня. Чё, закрыто зимой? Что это? А, это... Чё? Два лета включим. Может, летом работать оно? Нет, ни хрена. Пошли черный ход искать. Или здесь что-то надо сделать. Только Харбис может вступить в великую лабораторию. Только тот, кто может сокрушить демона и принести его в жертву архитектору миров. Демон как подношение? Где я смогу найти хоть одного? Полагаю, пришла пора тебе встретиться с моим братом Александром, маленьким принцем, как его все звали. У него есть специальная ловушка, что поможет тебе в твоем путешествии. Он живет в маленьком домике на вершине холма где-то здесь. Ты никогда не говорил мне, что у тебя есть брат. Ты никогда не слушал. В каком холме?
Что надо? Демона принести сюда? Ладно. Кстати, сурка заканчивать надо. У меня какая-то палка с пальцем. Хрен узнает, что это значит вообще. Блин, тупик. Тоже непонятная херня какая-то. Где-то на холме он живет, какой-то пацан. В каком холме, где, блин? Может, в эту сторону куда-то идти? Не, тут то, что пик. Ну и ладно. Пошли в ту сторону-то. Он где-то живет на холме, сказано было. Пила, можешь взять ее? Нет, не будешь брать. А вот еще двери есть. Может быть, сюда куда-то. Вполне возможно. Позволь мне поведать тебе сказку. Давным-давно жили два великих воина. Пастух и маленький принц, сражавшийся против несправедливого короля. Два воина достигли ворот города и вызвали своего врага короля. Он трусливо спрятался с двумя лучками, и оказалось, что несколько их стрел были отравлены ядом. Одна из этих стрел поразила маленького принца. И? А продолжение-то где? Ты что, все сказал? Это вся сказка? Ну такое, такая вся сказка. Мог бы продолжение какое-то интересное придумать. Тут указывается, как сохраняется, когда... Что это? Шприц какой-то. There was warm blood in his fragile. В его хрупком теле была теплая кровь. But then it was corrupted. Тогда она была испорчена ядом. His lungs desperately gasped. Его легкие отчаянно задыхались. Only for a soft breeze. Даже от легкого дуновения. His mind was the only thing that was kept safe. Единственное, что было в безопасности, его разум. Тогда он начал проливать слезы. Some say his crying. Некоторые говорили, что его плач отдавался перезвоном более тысячи колоколов. Все? Договорил? Ага. Открылось. Это что, я демона еще буду создавать? Блин, головоломки, конечно, вообще какое-то ничего не понятно. Что это? Не надо! Зачем? Что-то завёл. Чё? Я не знаю, что там написано. А, я знаю. Чего? Так, они задышали. Сердце не бьется. Окей. Что, блин, происходит? Что это такое? Breath. Дыхание. Вот сюда. Так, я знаю, это голова. Все, понял, что это такое. Окей. И любовь — это сердце. Все. И крутим. Да? И что теперь? Вот тут ничего-то не делается. Вот эти почему-то не звенят. Что-то здесь не хватает. Колокола. А чего не хватает, собственно? Как это крутится вообще? А, но он не работает. Может, в эту сторону? Это что-то не... О! Что это? Шприц. Что? Что сделал?
Просто тыканье какое-то. Надо заканчивать. Что? Фу. Боже, я всегда спрашивал себя о том, почему Бог позволяет детям умирать. Don't be sad. You must be brave now. Сейчас ты должен быть храбрым. Тут где-то указано, когда сохраняется, или мне самому надо нажимать это? Do not linger like this. Не задерживайся так, ты должен продолжить путь, будь храбрым. Корона какая-то. Загрузка. Ну, видимо, это сохранение, вот эта вот фигня. Вот. Good evening, Father Abraham. Сохранение, да. Давайте на этом закончим. Паузу, все. Потом на этом продолжим. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Оставляем комментарии, что думаете об этой игре. Что вам кажется по поводу нее. Предположение высказываете. Вот. Заходим в группу, там скриншоты, там музыка, там саундтреки из игр и обзоры. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.